Добрый день, с вами Империя Пикчер, и сегодня я покажу вам, как нарисовать красную шапочку маркерами. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите и обучайтесь вместе с нами. Начнем с того, что наметим силуэт красной шапочки карандашиком HB. Начнем мы с головы, наметим круг в верхней части листа, также оставим немного места для шапочки, наметим ее в виде закругленного по краям треугольничка. Затем будет небольшой прямоугольничек занимать верхнюю часть тела, и нижнюю часть тела мы намечаем в виде вот такой юбочки. И снизу добавляем ботиночки. Теперь сами ручки тоже прорисуем. Одна будет левая немножко приподнята, правая у нас пойдет вниз, и в ней будет корзиночка. И корзиночку мы также наметим. Теперь можно начать прорисовывать красную шапочку. У юбочки обозначим вот такие вот секции. Нижний край сделаем ребристым, с волной. Наметим поясочек сверху и обозначим фартук полукругом. Внутри убираем лишние линии. Прорисуем по краю такие полуовалы. Проведем еще одну линию внутри и еще одну посередине, как кармашек. Такой фартучек у нас получился. Продолжим дальше прорисовывать шапочку. Красную шапочку наметим шейку, нижнего лица, и прорисуем воротник. Он тоже будет закруглен у нас по краям. Пуговку по низу воротника обозначим. Тело обведем карандашиком, уже посильнее нажим сделаем. Далее у нас будут рукавчики в виде таких вот рукавов колокольчиков кругленьких. И второе тоже. Плечики будут немножечко прям так заходить прям сразу под голову, не отделяясь от нее. Прорисовываем ручку. Наметим пальчики. Начнем с большого пальчика, который будет смотреть вверх. И затем 4 пальчика мы делаем далее. Снизу сделаем поточнее ботиночки. Они начинаются будут с одного места, с серединки. Крашки у них будут треугольненькими, а сами они довольно крупные. Измеряем длину одного башмачка и переносим эту длину на другой башмачок, чтобы они были одинаковые по размеру. Прорисуем вторую ручку. Вторая ручка у нас будет немножечко в кулачке согнута, так как держит корзинку. По длине она будет тоже такая же, как и левая, можно их измерить. Сначала наметим ручку корзинки, чтобы как следует ее хорошо обхватить рукой. Добавляем тут вот по контуру толщиночку, прорисуем внутри пирожочки. И наметим рисунок плетения. Прорисуем нижнюю часть корзины и тоже наметим плетение ромбами перекрестными. Прорисуем ручку. Пальчики у нас 4 штучки пойдут вот сюда, а большой пальчик будет прятаться за ручкой в корзинке. Пальчики будут идти на сужение. Чем дальше, тем уже они будут. Теперь осталось прорисовать лицо. Намечаем овал лица. С левой стороны показываем щечку. Наметим глазки. Они будут немного расположены левее. Она у нас смотрит налево. Кругленький носик между глазками намечаем, реснички, бровки и ротик
маленькую улыбочку. Теперь нам нужно будет наметить волосики. Ушко вот здесь вот будет. Намечаем волосики, нам их будет видно не везде, где-то до этой части, до половинки головы. Остальную часть будет занимать наша шапочка. Челочку делаем такую резную, показываем прядки и делаем также прядки по бокам. Прорисовываем шапочку. Слева у нас будет виден только треугольничек, справа такой соединенный треугольник с небольшой выемкой внутри. И там такой будет виднеться конус шляпки. Теперь мы весь рисунок обводим по контуру черным линером. По линиям карандаша аккуратненько это делаем. А пока вы обводите, я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео, и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Ждем вас к нам на обучение. После того, как обвели, убираем карандаш с помощью ластика и можем приступать к работе маркерами. Давайте начнем с шапочки, возьмем красный цвет. Я использую номер 11 и закрашиваю шапочку полностью. Также этим цветом сделаем ротик. Теперь возьмем оттенок цвета номер 44, желтенький. Закрасим аккуратненько пирожки в корзинке и пуговку под воротником. Светлым желтым цветом номер 36 мы закрасим аккуратно корзиночку, начиная с ручки и далее до конца. Теперь возьмем оттенок коричневого номер 93 и закрасим наши туфельки, ботиночки. Можно обвести по контуру, а затем заполнить до серединки, так получится аккуратней. Далее цвет номер 93 для волос. Аккуратненько заполняем их по краям снизу и верхнюю часть тоже закрашиваем, стараясь не выходить за контур. Теперь займемся кожей. Будем использовать оттенок номер 27, светло-бежевый цвет с немного желтоватым оттенком. Закрашиваем кожу девочки, кожу лица и рук. Розовым цветом номер 146 наметим румяные щечки в виде кругляшочков с левой и с правой стороны. Также добавим тени на ручке снизу, на второй руке с правой стороны, на ушке, внизу носика, немножко на ротике и под волосами. Повторяю форму волос, контур. Так, теперь используем голубые оттенки. Возьмем оттенок номер 183. Такой небесный синий цвет, светлый. Добавим снизу полосочку на юбочке для декора. Синеньким цветом начинаем закрашивать юбочку, нижнюю часть. И сверху платьишко тоже будет у нас голубеньким, кроме воротничка. А светло-голубым цветом номер 143 сделаем узор на фартуке. Вот этот вот овальчик по контуру. И кармашек. Теперь возьмем цвет номер 64. Это уже такой синенький, более темный оттенок, чем 183. И мы сделаем платьишко объемным и добавим тени на рукава под воротником, на складочках платья,
На каждой вот этой полосочке мы добавляем с правой стороны тень. И доходим до конца, до самого. Вот так. Теперь нам остается доделать завершающие штрихи с помощью белой ручки. Показываем блики на нижней части платья, на юбке. Также на башмачках добавляем блики беленькие. Прям делаем это по форме. На свету у корзинки, на ручке. Вот здесь вот на ободке. На платьишке в верхней части, на рукавчике, на втором рукавчике. На шапочке тоже. У волосиков можно создать дополнительную фактуру волоса, сделать там волосиночки, подчеркивая каждую прядочку. Именно на свету, вот у нас с левой стороны получается будет освещение светлое, и мы намечаем. И вот такая красная шапочка маркерами у нас с вами получилась. Присылайте ваши результаты к нам в Инстаграм, мы с удовольствием их посмотрим и публикуем у нас на странице. Ссылка на Инстаграм находится в описании к этому видео. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!